сегодня выходной, а значит снова долгожданный шашлык. Очень много вопросов было в директ, как готовить картошку. Вот посмотрите, картошечка крупная нарезается, курдюк, и сверху все посыпается крупной солью. И получается вот так, вот такой ароматный шашлык из картошки. В общем, что, как обычно, всех к столу, приходите, а кто не придет, завидуйте молча. Картошечка вот эта вкусная, очень много вопросов. Конечно, шашлык жарю не я. С приездом гости. Только за мной.